званию. Холодный, золотой, щедрый, дождливый, грустный. Но как бы там ни было, осень – прекрасное время года. Это время сбора урожая, начало учебы в школе. Это подготовка к новой и холодной зиме. И этой осенью богатый урожай талантов, творчества собрал районы Дом культуры «Россия». Сегодня в нашем зале собрались очень талантливые дети, которые участвовали во втором губернском фестивале «Рожденные в сердце России», посвященную 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Я прошу готовить диагноз и подняться на сцену для награждения наших талантливых детей. Благодарностью награждается Морозова Анастасия за активное участие во втором губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Награждается Сабирзянова Айсулу.
поездки в город Самары, Димитровград, то есть наше управление культуры, наш начальник управления Владимир Михайлович всех, конечно же, благодарил. И, конечно же, благодарил нашу замечательную школу, которая столько дней отпускала.